В рамках недели правил дорожного движения сотрудники госавтоинспекции Кашхабльского района продолжают активную работу по повышению безопасности на дорогах, особенно среди младших школьников. Сегодня исполняющий обязанности начальника отдела ГИБДД межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский Рамазан Кушу вместе с инспектором по пропаганде Амиром Кимичевым посетили Кашхабльскую школу номер 1, где провели беседу с учениками. В ходе встречи инспекторы рассказали детям о важности соблюдения правил дорожного движения и объяснили, как правильно вести себя на дороге. Особое внимание было уделено значению светофора и правилам перехода улицы. Учитывая, что эти темы регулярно обсуждаются на уроках, дети смогли быстро и четко отвечать на вопросы инспекторов, демонстрируя свои знания. Учителя, до вас доводит, мы тоже хотим с вами побеседовать. Я хочу у вас спросить, кто знает светофор. Светофор что означает? Какие цвета? Каждый цвет светофор. Красный и зеленый. А когда красный, что надо делать? Стоять. Желтый цвет. Желтый приготовить. Зеленый. Ехать. Еще второй вопрос. Пешеходный переход. Для чего есть у нас пешеходный переход? Чтобы переходить дорогу безопасно. После теоретической части мероприятия ученики вышли на улицу, где сотрудники ГИБДД на практике продемонстрировали, как правильно переходить пешеходный переход. В завершении мероприятия инспектор с помощью трафарета нарисовал на асфальте надпись «Убедись в безопасности перехода», что стало ярким напоминанием о необходимости внимательности на дороге. Такие мероприятия способствуют формированию у детей ответственного отношения к правилам дорожного движения и помогают снизить риск дорожного транспортных происшествий в будущем.